Лото Кінг. Сміливість дарувати емоції. Керівник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов завжди радує нас своїми прогнозами. І от він знову таки в нього період, дає він інтерв'ю. Я нагадаю, що так активно він спілкувався з медіа у лютому на початку. І от знову говорив він про контрнаступ України та деокупацію Криму і каже, що на відміну від ворожих сусідів, у нас то все йде за планом. А от чергова спроба російського наступу провалилася. То надихають нас такі прогнози Буданова? Прогнозы – это хорошо. Главное, чтобы они совпадали с реальными достижениями, результатами. Но Буданов, как правило, в своих прогнозах очень точен. Поэтому Буданов выходит, мне кажется, перед какими-то серьезными событиями периодически. То он выходил перед Рамштайнами, и мы помним, что танковый Рамштайн, по крайней мере, закончился очень позитивно для Украины. И коалиция создана, и продукция поставляется. Теперь, значит, частично начал реализовываться авиационный Рамштайн, пока это про мини идет речь, но я думаю, что дальше там будет тоже поприятней. Поэтому Буданов, в принципе, он, как говорится, боль пятой точки обеспечивает всему российскому истеблишменту. И после того, как Буданов выходит с прогнозами, неделю еще пропагандисты с пеной у рта бьются в истерике и разбирают интервью Буданова. Поэтому Буданов, вот по крайней мере то, что он говорил в предыдущих своих интервью, практически все совпало. Поэтому будем надеяться, что и в этот раз он абсолютно четко обозначил цели, все идет по плану, контрнаступление будет, и он там даже про Крым сказал и про конкретные даты. И вот это меня, как кримчанина, сильно порадовало. Та мене теж, бо я би хотіла і до Криму, і просто до Криму, і засмахнути саме в Криму не завадило. Будемо сподіватися. Будемо сподіватися, а в Росії вже ні на що не сподіваються. Ми тут обговорюємо вже з минулого тижня, як вони анонсують відміну всіх парадів і на 1 своє травня, і на 9 травня. І от сьогодні стало відомо, що вирішили там обійтися і без оцієї сумнозвісної, чи для них славнозвісної ходи безсмертного полку. Не буде. А що таке? Смертний полк вже той повністю? Кстати, странно. На самом деле, бессмертный полк, он с точки зрения там каких-то военных целей вообще не представляет никакого интереса. То есть это идут гражданские с портретами дедов, там еще кого-то. Вот. И, естественно, даже нет в помыслах у украинских вооруженных сил наметить удары по вот этим бессмертным хождениям полков этих, да. Но отменяют, понимаете, и докатилось до того, что по всей России отменяют. И это говорит нам о чем? О том, что, есть страх, есть опасения в России, что мы уже можем достать в любую точку России. Честно говоря, что праздновать, да? Ну вот хорошо, будут они идти, будут они потом разговаривать про то, как дела на фронте идут. Будут там без ноги, без руки вот эти вот солдаты российские кататься на колясках, никому не нужные. Да, они там сейчас какое-то короткое время, они будут героями. Они получат какие-то выплаты краткосрочные. Но потом эта же история, она повторяется уже не один раз. Потом эти безрукие, безногие калеки заполонят, значит, все перекрестки, будут говорить: я за тебя кровь проливал, а ты мне, значит, и копеечку не дашь. Ну, в общем, они еще пока этого не понимают. Но поздно будет, когда поймут. Поэтому все эти бессмертный полк, парады, это все шабаши, это все абсолютно бессмысленные мероприятия, которые призваны хоть как-то поднять боевой дух россиян, которые находятся на крайне низком уровне. И тут еще и контрнаступление. То есть, поэтому я думаю, что могли бы оставить этот бессмертный полк, но военные парады убрать. Они сделали наоборот. Убрали военные парады где-то там в нескольких городах, убрали этот бессмертный полк. Ну, давайте посмотрим, значит, чего они там будут праздновать. Есть у меня ощущение, что они в этот раз, в этом году, они просто заменят вот эти военные шествия, заменят пропагандистами, которые будут там по 10 концертов в день давать и орать там «Великая Святая Русь», «Гойда» там и вот это все. Ну, опять же, мне кажется, что это, знаете, как перед смертью не надышишься. Поэтому празднуйте пока что. Но я думаю, что это станет
ну, наверное, самой позорной страницей в истории современной России. Я уверен в этом. Поэтому, ну, честно говоря, нечего им сказать. Пусть попьют водки, как всегда они это делают на 9 мая. Ото дійсно вже буде праздник зі слізами на глазах і з віджиманнями Газманова, як вони там люблять. Кіркорова ще в колготках можуть вивезти. Так, те, на що вони заслуговують. Єгипет відмовив Російській Федерації у підтримці та готує постачання боєприпасів до України замість отих, що нібито відповідно до злитих секретних матеріалів Пентагону готували вони до Росії. Так от Каїр не буде постачати Російській Федерації ані ракети, ані боєприпаси. Це стало відомо теж до цих документів, які потрапили до медіа. А як так змінюється позиція того ж Єгипту і інших партнерів? Це все-таки під тиском і впливом Сполучених Штатів? Чи ніхто не хоче бути зі стороною, яка програє? Ні, тут даже дело не в тому, хто проігрує, хто ні. Торговля оружием завжди був прибильний бізнес. Но там є дуже цікава формулировка вот в цьому матеріалі, що Єгипет передумав після розмови з високопоставленими чиновниками Сполучених Штатів. Я представляю собі, як з ними там поговорили, Я не знаю, вот только тут интересный момент. Это правительство Египта размышляло о поставках снарядов или частные компании? Тут разобраться нужно. Uh-huh. Если правительство, то я не завидую правительству Египта и тем его как бы членам, которые разговаривали с чиновниками из США. Поэтому все, как говорит Буданов, все идет по плану. Мы видим прекрасно, что у России... Вот нового иностранного оружия не появлялось за последнее время. А это говорит о том, что вот там та теневая политика и дипломатия, которая ведется и Соединенными Штатами, и нашими европейскими партнерами, она очень рабочая, она очень действенная. Поэтому можно продать оружие на 100 миллионов, но государство попадет под санкции, чиновники попадут под санкции. И этот эффект, негативный, я имею в виду, он будет гораздо страшнее, для Египта или для любого другого государства, чем просто там по-тихому продать России несколько тысяч снарядов. І добре, що вони про майбутнє думають, бо в них воно на відміну від Росії є.